Добрый день. Меня уже давно и неоднократно просят поделиться тем опытом, который я накопил во время проведения всевозможных мастер-классов, семинаров, посвященных обучению молодых журналистов, специалистов в области рекламы, СММ. То, что я говорил клиентам своим и чужим. Во всем, что касается поведенческой модели пользователя в интернете, ну и все, что с этим связано. В частности, например, я в течение 8 лет занимался борьбой с черным пиаром. У меня был отдельный мастер-класс, он назывался «СММ для застройщика», где я рассказывал про методы борьбы с этим явлением, потому что, ну, есть агентства, которые, например, занимаются конкретно обратным процессом, созданием этого черного пиара. Ну, каждый зарабатывает деньги как может. Я из себя не строю белого и пушистого. Я уже неоднократно говорил, что все, кто в медиа, рекламе, даже в том самом блогерстве так называемом, у них у всех рыльца в пушку, и не надо тут из себя строить целочку. Но сегодня я буду касаться несколько иных вещей, хотя в них я использовал наработки, которые, собственно, и преподносил вот на вышеуказанных мероприятиях. Мы будем говорить о том, как... Ну, по идее, следует вести себя в интернете для создания, прежде всего, прекрасного самочувствия для себя самого. Я не случайно вывесил сюда вот этот вот пост Жени Федорова из группы Tequila Jazz. Он вообще начинал в свое время в «Объекте насмешек», был такой «Рикошет» и так далее. Он, в принципе, ветеран, можно сказать, нашей рок-сцены. Потом он с этой рок-сцены завязал, и Tequila Jazz была одной из групп, которая сформировала так называемую альтернативную сцену, ну, Петербурга и России в 90-х, клуб «Там-там». Это была основная площадка, где они выступали. Я, кстати, и там даже теперь уже вожу экскурсии, да, по местам боевой рок-славы. Но суть не в этом. Он показывает про изменение мнений с течением времени. Это касается всех выдающихся, ну, не всех, большинства выдающихся личностей, там, и каких-то глобальных, там, начиная от Ван Гогов и Достоевских, и заканчивая, вот, например, таким, как Виктор Цой. У меня же на этот счет есть несколько классических историй, ну, одна из них, конечно же, связана с моим внешним видом. Я каждое лето, как некоторые уже знают, бреюсь на лысо. Почему я это делаю, я даже не буду объяснять, я уже... мозоль на языке сточила. Но, тем не менее, я видоизменяюсь, и мир делится на две категории граждан. Одна пишет о том, что, господи, ну, наконец-то ты подстригся, стал похож на человека. Другая половина граждан пишет о том, зачем ты это сделал, тебе так шли длинные волосы, ты так выглядишь ужасно, когда ты лысый. То есть я хочу заметить, что речь идет о какой-то простой утилитарной вещице, типа, там, я не знаю, прическа на голове. То есть, казалось бы, тем не менее. Вторая классическая история, она связана с моим опросом, который я когда-то сделал в Крыму. И там то же самое, там люди делятся всегда на две категории. Значит, одни видят во мне клятого хохла, другие видят во мне... ну, такого москаля засланного. И вот очень забавно наблюдать, как комментарии об этом, вот они идут, сменяя друг друга. И в этой связи я, ну, набрал сколько смог, да, честно говоря, надолго меня не хватило, что-то у меня было в запасниках, потому что я иногда это публиковал у себя на страницах в социальных сетях, чтобы показывать вообще, да, вот эту самую поведенческую модель пользователя в интернете, как одни и те же люди реагируют на одни и те же вещи. Например, наши ставшие уже знаменитыми в очень узком кругу, беседуя с Егором Яковлевым, где мы прекрасно моделируем ситуацию, он такой хороший трул, значит, левый коммунист и прочее, прочее, а я, значит, такой проклятый буржуй, поборник капитализма, в общем, мерзкий тип. Понятно, что мы это все максимально утрируем, но, тем не менее, это очень хорошо заходит, прежде всего, потому что мы не плюем друг другу в лицо и не вырываем кудри. И, собственно, мне очень в свое время понравился один комментарий, где человек писал, что, в принципе, перец, он задает те же самые вопросы, которые задаю я сам себе, и не нахожу на них ответа. Дальше могут быть совершенно...
простые в своей подаче реакции. Очень много комментариев подобного рода встречается под моими лекциями и экскурсиями. Я знаю, что моя манера подачи, она заходит далеко не всем. Есть категория граждан, которая предпочитает более академический подход. Я не про это. Я могу употребить слово «жопа», я в более узком кругу могу даже там какое-то матерное слово употребить. Ну, потому что я из Петербурга, тут у нас своя атмосфера, у нас вообще вот понятие так называемой питерской интеллигенции, к которой я, кстати, практически не имею никакого отношения, хотя меня многие почему-то к ней причисляют, она вот такая, да, она разговаривает порой подобным языком, это пошло еще там со времен царя Гороха, там, и начиная с Пушкина, и вот я знаю, что и Бродский был страшный матерщинник, матерщинник, да, это ну-ка подумайте об этом. Мильчик мне рассказывал об этом, я у него специально спрашивал. Мильчик это известный тоже исследователь. Вот есть известная фотография Иосифа Бродского, где он сидит на чемоданах в аэропорту. Последняя фотография, сделанная в СССР, это вот Мильчик как раз сделал. Иногда хочется поженить людей, представляющих противоположный лагерь, потому что, несмотря на то, что им кажется, что они пишут про разное, они пишут про одинаковое, и мозги у них заточены одинаково. И в этой связи для меня все время показательно, что, вот, например, некоторым упоротым сталинистам им остается только надеть повязки на голову, чуть-чуть постареть, потому что некоторым вообще чуть-чуть, а некоторым серьезно, да, потому что там есть как малолетние, так и не очень. И вот прямо вот туда, к бабушкам, в церковь, потому что там оскорбляют чувства верующих, у них то же самое. И крайне интересно наблюдать, как сталкиваются вот эти течения под одними и теми же вещами, под одними и теми же выпусками, под одними и теми же видео, где вот реально есть некие два лагеря, и там даже не надо участвовать в этом, там все идет своим чередом. Или вот такая вещь, у меня есть достаточно большое количество видео, где я и сам там какие-то опросы делаю на английском, или какие-то гости приходят, и все время вопрос – делать субтитры или не делать субтитры. Я-то, конечно, больше за субтитры, потому что я предпочитаю слушать речь таковой, какая она есть. Но исследования показывают, и даже небезызвестный вам товарищ Гоблин об этом говорил, что не любят у нас люди в стране субтитры. Не смотрят они фильмы с субтитрами. Им нужен вообще в идеале дублированный перевод, прямо вот прямой дубляж, а уж лучше закадровый голос. Это показали и исследования, и все остальное. Тем не менее, как вы видите, постоянно я вот это тоже получаю обратную связь вот в таком виде. Что касается моей подачи, я знаю много случаев, когда люди, встретив, так сказать, меня в интернете, больше никогда не желали со мной иметь никаких дел, при этом возвращались и что-то писали. И бывали обратные случаи, когда люди после меня с трудом воспринимали любую другую информацию. Это, кстати, касалось еще и детей. Я начинал вообще свою экскурсионную деятельность с поля деятельности. Видите, какой я, так сказать, мастер элоквенции. Для детей 10+. И вот была потрясающая история, как одна мама мне рассказала, что один мальчик, он пришел ко мне на экскурсии, и потом пошел на экскурсию какой-то тетеньки, и во время экскурсии он подошел к маме и сказал: «Мама, ты куда меня привела? Что это за вообще такое?» А? Бывает так, что мнение можно просто, знаете, словами переставлять, и такое ощущение, что это один и тот же человек написал, просто у него настроение поменялось. Все это касается и многих других аспектов, например, там моего английского языка, на который я вообще не претендую, я имею в виду на какой-то там мегауровень. Мне моего английского, и уж тем более моего французского, вполне хватает для того, чтобы изъясняться и кого-то понимать. Все, я вообще не специалист, не эксперт, и даже вот в выпусках, посвященных английскому языку, я об этом говорю, именно поэтому я пригласил специального человека, англичанина Уильяма Хакет Джонса, поэтому, окей. Тем не менее, когда я за границей, все меня понимают, я всех понимаю, и мне этого достаточно, но, вы же понимаете, да? Ну и так далее, и до бесконечности это можно продолжать очень-очень долго, поэтому эту часть марлезонского балета мы закроем и перейдем далее.
интересно наблюдать про то, как люди реагируют на манеру подачи уже не, так сказать, не в эмоциональном плане, а уже в конкретном. Ну, например, твоя речь. Масса всего тоже я слышал и встречал. У меня там, я не буду повторяться, у меня есть история про то, как мне в Берлине сказали, что у меня питерский акцент. Потом мне поправляли, что это не акцент, а говор. Ну, я объяснял, что это там не сказать, что это акцент. Это не я считаю, что у меня акцент. Но дело в том, что мне точно так же говорили, что у меня московский прононс, а вот это вообще даже я не знаю, к чему и как отнести, и как это объяснить. Но тем не менее, это показывает, опять-таки, как интересная вообще информация попадает человеку в мозг, как она там преломляется, и какой она имеет эффект после этого. Далее я бы хотел в сторону отойти и показать вам несколько скринов, где YouTube ведет себя довольно странным образом. Тут нужно понимать, что YouTube – это вообще-то робот. У него нет сердца и души, то есть, может быть, когда-нибудь они и появятся, пытаются к этому прийти, но я боюсь, что до этого еще далеко. Тем не менее, он, ну, понятно, что он заносит в спам или там в нерекомендованные комментарии одинаковые, со ссылками, с какими-то оскорбительными выражениями, словами, хотя я их тоже все достаю. Я еще раз упоминаю, что напоминаю вам, что я не тру комментарии и не баню пользователей. В редких случаях только это происходит по причинам, кстати, часто меня не касаемо. Просто меня об этом просят уже сторонние пользователи, ибо их начинают очень сильно оскорблять, особенно если это девушки, то я, да, я ведусь и как бы иду им навстречу. Но, тем не менее, вот бывает даже такое. Вполне нейтральные, обыкновенные комментарии попадают в спам, и если вот я лично не буду их доставать руками, то будет такая ситуация. Поэтому имейте в виду, может быть, вы даже невинный человек, хотя, скорее всего, YouTube анализирует вашу деятельность на других каких-то каналах, да, и, может быть, там вы вели себя иначе, и, может быть, вы такие комментарии даже хорошие оставляете много где, но вот он думает, что вы там тролль, бот и так далее. Довольно часто бывает такая история. Значит, мы коснемся об этом в конце. Дело в том, что я в интернетах всегда со всеми на «вы». В обычной жизни я предпочитаю обратную ситуацию. Я предпочитаю быть всеми на «ты». И я вообще любитель, на самом деле, грубой речи. Я люблю мат. Я не понимаю историю про то, что мат засоряет язык. Я думаю, что мат засоряет язык в определенной ситуации. А в другой ситуации мат обогащает язык, если правильно его использовать, на самом деле. Потому что он более эмоциональный и, самое главное, он более точный. Он очень точно передает ту транзакцию, да, которую вы хотите сформировать и передать вашему слушателю. Но вот в интернетах, да, я вот такой. И я люблю троллинг. Я люблю троллинг такой филигранный, интересный, юморной. Чем жестче, тем лучше. И часто бывает, что когда ты отвечаешь довольно вежливо человеку, он тебе пишет в ответ: «Я не думал, что ты такой хам», например. Ну, в этот момент ты рекомендуешь обратиться ему через дорогу, там, в Институт благородных девиц или еще куда-нибудь. И все время вот вспоминаешь, а как ведут себя там на других ресурсах. То есть, где, как говорится, это интернет-детка, тут могут послать. Внимательность людей – это отдельная песня. Ну, вот это один из примеров. Их у меня тоже масса. Я просто не хочу, что все это опять-таки растягивает до бесконечности. Я привожу вам такие наиболее смешные, прикольные моменты, но по сути смешно в этом мало, потому что это опять-таки показывает то, как люди воспринимают информацию, что они там не видят 90% того, что ты хочешь им показать, и не слышат 90% того, что ты им хочешь сказать. Сейчас мы начинаем потихонечку переходить к той теме, собственно, ради которой я это все затеял. Почему нельзя хамить людям в ответ, и почему нельзя банить и затирать комментарии? Ну, во-первых, есть у нас такие вот патриоты. Их очень много. Я, на самом деле, тоже патриот, как это не смешно звучит, но умеренный, да, то есть без эксцессов и без крайностей. Замечено мною, что порой, чем более патриотичный человек, тем менее он знает об истории родной страны, и тем меньше он вообще владеет, собственно, родной речью, на которую ему, по большому счету, насрать. Ну и зачастую, когда тебе хамят,
не нужно даже особо напрягаться. Можно совершить вот просто два нажатия на клавиатуру, и человек вспоминает, что на самом деле он не быдло и не дебил, его даже когда-то в школе учили каким-то там хорошим манерам. И, собственно, это сразу же дает результат, моментально. А происходит это потому, что он привык, что на других ресурсах с ним общаются исключительно по-хамски. И он просто забывает о том, как вообще бывает в нормальной жизни. А бывает вот так, и все, и он уже в порядке. Меня, и я это тоже постоянно говорю, никогда не задевает говно в мою сторону. Я к этому привык, я с этим живу. Меня всегда задевает говно в сторону тех людей, которых я знаю и к которым очень хорошо отношусь. Я не делю людей по религиозным, политическим, не знаю, там, прочим принципам, там, по цвету кожи. Мудаки есть как среди либералов, так и среди леваков-коммуняк. Хорошие люди есть также и там, и там. То есть вопрос не в том, что ты исповедуешь, вопрос в том, как ты себя ведешь и как ты, в общем-то, реагируешь на те вещи, которые в твой адрес пишут. Иногда приходится писать не две буквы, иногда приходится писать там 2-3 предложения, но это тоже имеет свои результаты. Не стоит забывать, что люди как котики, им хочется, чтобы их погладили, даже в интернете. Они настолько отвыкли от этого, они хотят писать «ты говно», и чтобы тебе в ответ тоже писали «ты говно». Но если ты повернешь эту ситуацию в обратную сторону, то перед тобой уже не какой-то жесткий тролль, а вполне себе милый котик. Инверсивный культурный троллинг тоже вполне работает в интернете. Опять-таки, если вы напишете человеку об этом корректно, то тоже увидите, к чему это может привести. Ну и я всегда говорю, что в принципе и мой канал, и мои страницы в соцсетях – это кабинет психологической разгрузки для людей. То есть они приходят туда, чтобы выплеснуть эмоции. Это, кстати, тоже важно, почему их нельзя банить, потому что, ну, блин, еще неизвестно, а что они будут делать, если ты их забанишь, потому что они пойдут, я не знаю, там, детей в кустах насиловать. Ну вот, кстати, оказывается, пидоры бывают не только волосатыми, но и лысыми. Хотя, как правило, мне пишут вот про такое состояние. Тем не менее, даже такого великого диванного воина, как вот этот персонаж, тоже можно поставить на место. Бывает так, что человек не просто признает, что он был неправ, а он признает, что его положили на лопатки. В этом тоже есть определенный, ну, не то чтобы удовлетворительный момент, мне уже плевать на это, но ты понимаешь, что ты никогда не сможешь дать людям по мордасам. Да? То есть все эти люди, как правило, они к тебе не подойдут в реальной жизни, даже там за километр будут тебя обходить. Поэтому тебе иногда хочется дать по мордасам виртуально. И сделать это можно отнюдь не грубостью. Вот это очень важный нюанс, который многие не понимают. Сделать это можно вежливостью. Бывает так, что люди начинают прямо даже каяться. Ну, такого я ни от кого не требую. Мне это не нужно. И еще раз хочу сказать, что вся эта ситуация, она нужна не мне. Мне вообще плевать. То есть, что человек пишет, что он обо мне думает, это нужно прежде всего пишущему человеку. Это нужно ему, потому что есть такое понятие, как самоуважение. И когда мне пишут о том, что я не обращаюсь на «вы» к тем, кто я, кого я не уважаю, дело здесь не в том, уважаете ли вы меня. Дело в том, что уважаете ли вы себя. И это крайне важный момент, опять-таки, который большинство людей почему-то не понимает. Хотя, ну, для меня это очевидная вещь. Естественно, интернет полон бойцов, борцов, вообще всяческих киллеров и убийц. Мне, в отличие от них, нечего скрывать. Я никогда не скрываю ни своего лица, ни своего настоящего имени, ни своей настоящей фамилии, ни своего адреса, ни своего телефона. Потому что мне не перед кем и не за что отчитываться. То есть я не сделал в своей жизни ничего такого, за что бы мне было вот стыдно и позорно до ее конца. Поэтому я всегда открыт к общению даже вот на поле брани. Но проблема в том, что такое бывало несколько раз. Люди очень стремились со мной встретиться, естественно, они не встречались. Ну, тут даже не надо это комментировать. Опять-таки, если вы вдруг
все-таки когда-то занимались какими-то силовыми вещами, то вы видели, наверное, этот эффект, что чем больше ты занимаешься, не знаю, там, борьбой, боксом, чем угодно, тем спокойнее ты становишься. И самые умиротворенные люди – это такие, знаете, бывалые рукопашники. То есть они вот, они как Будды, да? То есть они в дзене практически. Но тем не менее я уважаю. Я уважаю, когда человек может признать свою ошибку. Я сам это несколько раз в своей жизни делал. Это сложно. Это очень сложно. Нужно переступить через себя. Но это лучше, чем продолжать оставаться в этом состоянии. Поэтому все равно это хорошо, то, что люди так себя ведут. Особенно мне приятно тыкать в собственное дерьмо тех замечательных людей, которые все время радуют за нашу страну, за нашу культуру, но я, к сожалению, не все переписки тут, да, вывешиваю, но которые при этом сами демонстрируют полную бескультурность и полное неуважение как к своей собственной истории, так и к своему собственному языку. И аккуратненько их туда вот мордочкой ткнув, ты получаешь замечательный эффект. Бывают комментарии, от которых даже я даже не знаю, как вот на это реагировать. Ну, то есть жизнь придумывает сюжеты, которые не встретишь ни в каких книгах, ни в каких фильмах. А я уже сказал, что я очень болезненно реагирую не на говно свой адрес, а вот на говно в адрес моих близких, особенно тех, кто, допустим, защищал город Ленинград, вот на это я реагирую достаточно болезненно. И вот в этом случае, да, я могу иногда забанить, и несколько человек туда отправились. Особенно ВКонтакте, потому что ВКонтакт для меня это более интимная зона. Там я как-то... Ну, туда собираются люди, которым я уже более интересен как персонаж, как человек. И мне бы там хотелось все-таки иметь другую атмосферу, чем на YouTube. Ну, вот это вот мой любимый вообще пример. Персонаж тоже очень долго строчил. Причем, знаете, я помню, что кто-то мне писал, Егор Яковлев меня забанил, Пучков меня забанил, там еще кто-то меня забанил. Вообще, заметьте, как у людей вот ограничен мир. Вот есть такие персонажи, у которых все ограничено кругом там Пучков, Жуков, Яковлев, они даже не догадываются, что на самом деле есть там какие-то другие вообще ресурсы, что большинство людей вообще не живут всем этим, что большинство людей не живут войной, которую вот они продуцируют, вот эти персонажи, 36-365 дней в году. Ко мне очень часто стучатся в друзья персонажи, я вот прямо по аватару вижу, что я сейчас нажму, и там будут, это я это называю каски. То есть там будут одни сплошные каски, да, то есть, но я не хочу жить только войной, я хочу жить другими вещами. Напоминать людям про школу, про школьную скамью вполне полезно. Они меняют тон, да, может быть, не кардинально, но тем не менее меняют тон, и это тоже важно, то есть напоминать им об этом, приучать их хорошим манерам, потому что ну где еще они встретят подобное? Очень часто люди пишут сгоряча. Вот прямо сгоряча. И есть же прекрасная поговорка. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну почему бы ею не пользоваться? Почему бы перед тем, как вы что-то написали, внимательно не перечитать, ну хотя бы на предмет ошибок? Я сам допускаю огромное количество ошибок, описок и так далее, потому что человеческий глаз устроен таким образом, что вот я, например, могу написать текст для поста в Варде, потом я его помещаю в ВКонтакте, там я нахожу какие-то ошибки, потому что он по-другому выглядит. Потом я его дублирую, допустим, в Инстаграм, и там еще нахожу что-то, потому что он там еще по-другому выглядит. Помимо всего прочего, вежливость, она может привлекать к вам ну, дополнительную клиентуру, в конце концов. Да? Не факт, что, конечно, этот человек ко мне придет, и более того, даже, может быть, я и не хотел бы, чтобы он ко мне пришел, потому что все-таки у нас такая
Очень веселая, интимная, добрая атмосфера на всех наших экскурсиях, поездках. И именно поэтому у меня, вот там, допустим, в Москве существует тоталитарная секта личная. Да? Причем, ну как личная, она, может, моя личная, но люди там общаются без меня вполне себе. Да? То есть они объединились по интересам, им хорошо, потому что это прекрасные люди. Да? И они благодарны мне, они благодарны друг другу за то, что вот так судьба распорядилась, что они наконец встретились, и теперь у них там... Есть круг общения, они куда-то ходят, они там посещают культурные мероприятия, в том числе мои экскурсии и лекции, да, и так далее. Вот 19 октября, я хрен знает, поедем мы или нет, да, не знаю, как ситуация будет, но тем не менее, первая поездка в Вену, да, то есть я в Вене никогда не водил, но костяк группы, вот, члены моей тоталитарной секты, я уже знаю, что там будет огонь, если мы туда поедем. Иногда человек, даже сам не догадываясь, пытаясь меня оскорбить, мне льстит. Оказывается, я очень молодо выгляжу. Божечки, как это приятно. Был бы девочкой, прям закраснелся бы. Опять-таки из серии «Жизнь полна сюжетов, которых не встретишь ни в какой книжке». Да? То есть вот человек пишет, что кто-то оскорблял меня от его имени, а он об этом даже и не знает. Возможно, это так, возможно, не так. Но не суть. Главное, что человек написал, приятно. Несколько комментариев, их миллион, ну просто так, чисто поржать, которые вот реально ты смотришь и пытаешься понять, как бы вот классическое «чё?». После того, как людям сморозили фигню, они иногда тоже могут написать интересное. Например, я никогда не думал, что, оказывается, я двойник Лукашенко. Ну, действительно, я ведь выхожу на улицу, и все кричат: «Ого, батька, батька пошел». Друзья из Белоруссии, ну или для особо, так сказать, обидчивых из Беларуси, скажите, пожалуйста, почем там сейчас двойники Лукашенко? Я с удовольствием бы подработал. Это тоже чисто поржать. Бывает так, что дети приводят своих родителей ко мне на экскурсии. Бывает так, что родители приводят своих детей на мои экскурсии. Бывает так, что они приходят вместе. К вопросу, как воспринимается моя личность. Ну, это под моим уже, можно сказать, знаменитым клипом «Передаю привет из Сталина», где я вообще-то снимался в образе такого советского ватника. Классический такой, знаете, гипертрофированный образ. Даже там, оказывается, я хохол. Ну, как, вот каким боком? Ну и опять-таки, вот это, кстати, очень характерно для так называемой левой среды. Я уже говорил, что мне абсолютно все равно, какие у людей политические взгляды. Меня напрягает, когда у человека нет чувства юмора. И когда у него нет самоиронии. Вот, к сожалению, для вот этих вот леваков это очень характерно. И вот сарказм для русских – это тоже вот в ту сторону. Ну, естественно, как бы сам этот русский язык, он вот ниже этого дивана. И сюда же про патриотов, про вышеупомянутых патриотов, вот они еще и такие бывают. Вот это очень показательный момент, да, то есть... Видите, как я оказываюсь шлюхой во всех ипостасях. Я и шлюха пропутинская, я и шлюха проамериканская. Представляете, как мне хорошо? Я получаю удовольствие со всех сторон. И деньги ко мне сыпятся из золотого рога тоже со всех сторон. Ну, а это просто уже чисто, если бы, допустим, я бы читал мастер-класс для профессионалов рынка, я бы вот показал замечательно этот скрин. Последняя строчка, обратите внимание, человек пишет «вопроси». То есть он предлагает какую-то коммерческую услугу и не в состоянии текст нормально набрать. Ну, то есть как я буду к нему обращаться за какой-то экспертизой после этого? А бывает так, что люди сами того не замечают, ну, потому что они в образе, они в эмоциях. Они вот признают, ну, например, что он задрот. Да? То есть, ну, да, задрот, но хорошо, что не лицемер. Опять-таки, вот есть про мой мусорный русский язык, а есть вот такое вот. Да? Кстати, буквально вот только что получил сообщение о том, что включил и только в 4 часа заснул. Ну, спать тоже надо иногда. Часто люди пишут комментарии по пьяни. Это на самом деле угадывается, но некоторые потом в этом признаются. У меня был сосед в коммуналке на Левашовском, я все мечтаю туда попасть и провести там вам экскурсию, который разговаривал с телевизором. Я реально думал раньше, что это чисто, ну, байки
вот из, как там, «Наша Раша», да, там был этот Светлаков играл этого персонажа. Нет, нет, на самом деле такие люди существуют, причем он не просто разговаривает, он там орёт, там целые дебаты. И я когда ходил сначала, я не понял, что происходит. Я думаю, какие-то компании тусуются, а он один. Вот, а он прямо у меня за стенкой. Потом выяснилось, что нет, вот он вот так вот себя ведет. Ну, а это я буквально недавно заскринил, тоже из этой же серии. Это, я уж не знаю, кто это, дама, не дама, хрен их поймешь, этих всех людей, но она давно у меня на канале. Начинала все, естественно, вот это там, ты сука, пидор, я королева. Вот, например, такое, да. Извините, коньяк. Кстати, уже заметьте, на вы ко мне обращается. Выдрессировал такие. Это просто гениальный комментарий с точки зрения интеграции. Ну, это один из моих старых клипов. Путин мутит. Там, значит, я реально купил 1700 рублей стоил этот аппарат для изготовления сладкой ваты. И вот вам, пожалуйста. По поводу сарказма и юмора. Ну, вот это вот. Ну, вот как вот? Ну, я не знаю, блин. Ну, тебе же хочется какой-то, понимаете, ну, какого-то экшена такого тонкого, с приколом, с подколом. Ну, а после этого какой тут может быть экшен? Наконец, есть еще такие фанаты Советского Союза, неугомонные, которые... Вот я не стал этого делать. У меня есть пара респондентов, которые мне на протяжении многих лет скидывают всевозможные видеоролики. Это, ребята, огонь. Я даже не знаю, что об этом сказать. Ну, или вот ты как бы пытаешься с человеком, ну, так, поюморить, как бы, а вот этой серии, типа, я к тебе со всей душой, а ты такой хам. Ну, действительно, все-таки сарказм не для русских. Это, по-моему, Варламова, да, там где-то написано. Ну, вот, пожалуйста. Вы помните, я писал, что я лысый пидор? Вот вам, пожалуйста, я уже волосатый пидор. А иногда, друзья, бывает и такое. Я, конечно, геям отношусь толерантно, но сорян, ребятишки, я люблю девочек. Вот вам, ну, буквально пара примеров, которые мне попались, отличного ответного троллинга, да, то есть, ну, вот это конкретно, это мне в личку в сообществе мне написал кто-то, я им ответил, и вот молодец, девочка не растерялась, и как бы всем хорошо, я поржал, она поржала, я даже это заскринил, запостил у себя, потому что это круто. Ну, или вот отлично парни пообщались, то есть, как бы, вот такого не хватает, понимаете? Вот чтобы действительно было интересно читать, потому что иногда не читаешь. Ну, то есть, в принципе, у меня нет времени все это прочесть, но по первому предложению ты понимаешь, что там человек дальше напишет. А вот этой серии мужчина взрослеет либо сразу, либо никогда. То есть, ну, если молодежь тупая, то, наверное, это действительно такой предпенсионный интеллектуал. И, к сожалению, очень сложно уйти с фантазией. Вот. Это прям-таки, опять-таки, очень показательный скрин. Наконец, те, кто принимают правильную информацию, которую я транслирую, сразу же получают эффект от этого. Да? То есть, если вы попробуете использовать этот путь, ваша жизнь изменится к лучшему. Это я вам продемонстрировал буквально малую талику. Мне, кстати, писали, что правильно произносить «толика». Правильно, «толика», к сожалению. Я тоже раньше думал «толика», но «толика» — это мужское имя в определенном падеже. А здесь надо говорить «толика». Так вот, это малая «толика» из того, что я вам вообще мог бы продемонстрировать. Моя позиция заключается в том, что я никогда никому не даю совета, ну, по крайней мере, стараюсь. И я никогда никому не навязываю своего мнения. Моя задача – сделать так, чтобы вы сами начали думать своими мозгами и сами начали делать какие-то выводы. Поэтому комментарии а-ля «А что хотел сказать автор?» Ну, это, извините, ребята, это вот трындец. Но в данном случае я позволю себе дать вам совет. Попробуйте не хамить. Попробуйте. Попробуйте с людьми общаться так, как вы бы общались с каким-нибудь подвыпившим профессором, ну, который немножко там загулял и потерял ориентацию в пространстве. И вы поймете, что такое кайф. Конечно же, это срабатывает не всегда. Естественно, есть непробиваемые дебилы, которым ты хоть как пиши, хоть на вы, хоть на ты, хоть вообще там и прочее. Они этим кормятся. То есть они пишут тебе, и потом очень часто бывает, что они тебе отвечают, потом отвечают спустя день, потом отвечают спустя месяц, а ты как-то про них уже забыл. И им от этого грустно и печально. Но бывает так вот, как я вам показал. И мне кажется, что вот таким образом мы
изменяем жизнь к лучшему. То есть это вот та самая теория малых дел, над которой так стебали все эти вот революционеры глобальные, которым надо сразу все и под корень. Но, может, все-таки попробуем, да, как-то начать с себя, начать с ближайшего окружения, начать с тех, с кем ты общаешься в интернете. И, по крайней мере, хотя бы в каких-то интернет-локациях, как, например, у меня на канале, а мне очень нравится, как сейчас у меня на канале все происходит, там, конечно, не Институт благородных девиц, да я бы не хотел, чтобы там был Институт благородных девиц, но там уже вполне себе такие цивилизованные персонажи. Многие мне благодарны за то, что я позволяю им писать негатив. И, кстати, в заключение хочу сказать, что я в свое время сделал такой пост-опрос с вопросом о том, а как вообще на других ресурсах обстоят дела вот с модерацией, с баном и так далее. И был огромный отклик. В основном все сводится к тому, что банят-то и труд комментарии даже не столько за оскорбление, ну потому что люди-то и не оскорбляют, а за несогласие с позицией, с драгоценным автором. Вот за это ты сразу улетаешь в бан. И это о многом говорит на самом деле, как и про либерду упоротую, так и про упоротых этих леваков, где ты только попробуй усомниться в истинах того, что они пытаются транслировать. У меня же, пожалуйста, и вот особенно в последнее время люди реально и лично пишут, они им пишут за то, что спасибо за то, что, ну, как бы, вот, Павел, вы знаете, я вот иногда даже, да, я вас ругаю, но я благодарен вам за то, что вы позволяете мне это делать. Так, конечно, я позволяю, пожалуйста, ругайте по существу и корректно. Показывайте мне мои недочеты, показывайте, вот я снял, например, ролик про проходные дворы, там было очень много полезных комментариев, мне написали, что и двор там открыт теперь на Литейном, и, в общем, ну, я все не помню, да, но я это просто выписал отдельно и этим воспользовался, да. И всякой разной информации. Меня поправляют неправильные слова, которые я говорю, неправильные факты, неправильные даты. Я не могу все упомнить, к сожалению, да, и так далее. Для этого есть вы, пожалуйста. Но не забывайте, что когда вы сами вдруг окажетесь в кадре, вы можете и не такую, извиняюсь, херню сморозить. Поэтому, ну, это данность, к сожалению. Вот. Поэтому попробуйте. Попробуйте, и я прошу прощения за такой, может быть, длинный выпуск, я в последнее время стараюсь их покороче делать, но тем не менее, да. И я надеюсь, что я к этому вопросу уже больше не буду возвращаться, а когда меня очередной раз будут спрашивать про, типа, ну, как, чего и как и почему, я просто опять-таки буду отправлять ссылку на этот ролик. Ну, а если вы в Петербурге, и если вы хотите... В самом Петербурге, к сожалению, сейчас карантин, но если вы хотите выбраться за город и погулять со мной на такую очень ограниченную экскурсию, то вот в ближайшую субботу я буду проводить ее в Сестрорецке. Кому интересно, пишите мне в личку, либо на электронный адрес. Вот все указано вот там, включая мой сайт. На этом все. Очень, конечно, с подвохом звучит пожелание оставлять комментарии под этим видео, но тем не менее, да. Увидимся. Пока.